Привет! Рада видеть тебя на моем канале. Меня зовут Авами Элиса, и сегодня я покажу вам несколько простых и эффектных причесок, которые можно будет очень легко повторить самостоятельно. Обязательно досмотри это видео до конца и напиши, какая прическа тебе понравилась больше всего. Та прическа, которая вам понравится больше всего, будет у меня на следующем видео. Скорее подписывайся на мой канал, нажимай на кнопочку «Подписаться», тык, и включай себе уведомления о публикациях. Только обязательно выбери пункт «Получать все уведомления» и приступаем. Первый образ, который я хочу вам показать, самый простой, и он занимает буквально несколько секунд вашего времени. Я расчесываю волосы, перекидываю их на одну сторону и завязываю хвост у моего уха, чуть ниже или на уровне мочки. После чего я разделяю волосы над резинкой на две части и перекидываю хвост по направлению к себе. Главное это направление. Посмотрите, как делаю я, и повторите. У вас все получится. Такой образ, как мне кажется, подойдет нежной девушке с какими-то романтичными мечтаниями, ну и вообще пуське. Второй образ я выбрала более смелый. И мне кажется, он подойдет девушке, которая любит выделяться, быть не как все. И, конечно же, любит делать классные фотки. Кстати, к слову о фото. Выкладывайте в свой Instagram свою фотографию, где видно прическу, которую вы сделаете по моему видеоуроку. И отмечайте меня на ней. Я буду лайкать все эти ваши фоточки. Прическа, ну, очень простая. Нужно завязать высокий хвост. И разделить его на две части. Из каждой части сплести самую обычную косичку и потом обмотать наш хвост этими косичкопрядями и зафиксировать резинкой. Ну, прическа уже крутая и необычная, но я предлагаю закончить образ банданой. Я беру платочек и просто сворачиваю его и обматываю вокруг моей головы, завязывая даже не на бантик, а просто на узелок. Третья прическа, на мой взгляд, самая строгая, но не менее эффектная при этом. Такая, на мой взгляд, идеальный выбор для сессии или в дни, когда вам нужно произвести серьезное впечатление на кого-то. Зачешите волосы назад и завяжите хвост так, чтобы в хвосте образовалась вот такая вот гулька. Теперь оттяните несколько прядей вверх и разделите волосы у основания хвоста. Протолкните теперь ваш гулька-хвост в разделенные волосы с левой стороны и с правой стороны. Вам может понадобиться несколько раз, чтобы приноровиться, но как только вы поймете механику движения рук, у вас такая прическа будет получаться за пару секунд. Четвертая прическа самая забавная, и я представляю себе сразу образ свободной девушки, которой пофиг на общественное мнение. Кстати, прошлое мое видео было про лайфхаки для волос. Послушайте советы, которые я вам там даю, и тогда вы будете слышать куда больше комплиментов, ну, даже без прически. А-ля анименяшка-милашка, ссылочку вы найдете в описании. Разделите волосы на прямой пробор и затем от висков наберите волосы. Все остальное завяжите в тугой хвост, чтобы не мешало нам. Теперь делим обратно волосы на прямой пробор, потому что, скорее всего, они у вас уже расшелудились. И начесываем каждую сторону у корней. Фиксировать лаком в данном случае не нужно, если волосы хотя бы минимально, конечно, держат начес. И теперь, только теперь, мы делаем хвостики. Распускаем волосы. Готово! Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно делитесь этим видео со своими друзьями в ваших социальных сетях. И всем пока-пока. До новых встреч. Наверное.